Любой житель Десногорска может обратиться в управление городского хозяйства с заявлением и рассказать о том, что он обнаружил заброшенное транспортное средство. Проблемный вопрос брошенного автотранспорта в нашем городе имеет место. И поэтому администрация города и комиссии, комитеты данным вопросом проблемным в нашем городе занимаются. В заявлении необходимо указать марку машины, цвет, государственный номер при наличии, адрес и примерный срок, сколько данное автотранспортное средство находится на одном месте. Если автомобиль обладает определенным набором характеристик, его берут на контроль. Автотранспорт находится в аварийном состоянии, он разбит, может быть машина сгоревшая, находится рядом много мусора, поэтому данный автотранспорт является очагом сбора негативных проявлений в городе. Управление городского хозяйства оформляет запрос по указанной теме. Далее проводится работа по определению владельца и направляется требование о необходимости убрать принадлежащее ему транспортное средство. Комиссия проводит осмотр, и если собственник не отреагировал в отведенное ему время, проводится эвакуация. С момента, когда поступило заявление, до принудительной эвакуации собственнику необходимо убрать свой автомобиль. Если авто не едет своим ходом, необходимо вызвать эвакуатор. Бросая свой транспорт на произвол судьбы, владельцы не задумываются о том, что, возможно, им придется понести за это ответственность. Такие машины не только мешают уборке улиц и занимают парковочные места, но и портят вид нашего города. Чистота и уют Десногорска – это задача каждого добропорядочного жителя. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.